Я снова здравствуйте, дорогие друзья. С вами Карлик в свитере. Ой, извини, братюнь. Вы куда? А ну-ка стоять! Пошли, ребята. Ё-моё! Так, чуваки, вы пока меня защитите от пауков, хорошо? Эх! Ненавижу их голоса. Братан, пошли, братан! Не слышит. Шрап, здоров, чувак. Сержант Хоук, чувак! Это было слишком близко. Мы собираемся валить отсюда до тех пор, пока не пришла поддержка. И не называй меня чувак. Да спокойно, чувак. Все будет нормально. Это будет как атака на пляж Кагуна. Хорошо, вот только прекрати меня называть чувак. Ненавижу их. Пауки, я ненавижу пауков, я вообще ненавижу насекомых. Давайте, братаны, бежим отсюда. Так, ладно. Сохранение. Ну давай. Чувак, давай уже. Тяни за рычаг, пожалуйста. Хорошо, теперь валим отсюда. У, пол жизни снял. Вот сволочь. Ладно, я принял тактику неожиданного про... Да, эта тактика себя не оправдала. Ё-моё! Ракетир! Оу. Шрап, ты в порядке? А, вот и ты. Теперь, наверное, мне придется сохраняться после каждой зоны. Наверное. Давайте сохранимся, чтобы не проходить снова. Они пошли бы вы нахрен. Ё-моё, шрап затупил. Всё-таки меня это уже начинает злить. Не, ну порой боты бывают неоправданно тупы. Давай, шрапы, не тормози. Ух, блин. За тебя теперь ворота снова открывать. Давай, пошли. Пошевеливайся. Ну кто там? Фух, это последнее. Это последняя зона. Бежим, братюнь! Ё-моё. Да-да-да-да-да-да-да! Да! Я это сделал.
Сарж, чувак, отсюда все выглядят пауками. По размеру, разумеется. Да, я думаю то же самое. И прекрати называть меня чувак. Фух, я это сделал. Пробил час для армии Тенов. Нет, Пластра, дорогой. Скажи это торжественно, силой. Возможно, если тебе пригодится, я могу подкорректировать твои планы. Сделать их лучше. Понимаешь, я рассказал тебе, где находится штаб-квартира зеленых. И у меня есть кое-что еще. Да ну. Пробил час для армии Тенов, и настало время захватить весь мир. Я даю полковнику Гриму 48 часов на сдачу. Или могут быть худшие перспективы. Мы не можем сдаться. У нас нет выбора. У армии Тенов самые выгодные фронта. И у нас нет защиты против их супероружия. Но мы, наверное, можем уничтожить их порталы, прежде чем они смогут переправить свои силы. Единственное защищенное сердце, единственный портал находится в центре Форт Пластра. Но он очень хорошо защищен. Звучит неплохо для меня. Или мне это подходит? Мы тебя высадим примерно в 20 шагах от форта Пластра. Как только попадешь внутрь, свяжись со штабом для дальнейших указаний. Ё-моё, да это же Омаха Бич. А, не, минута, это вроде Кахуна Бич. Да, это Кахуна Бич. Сохранение. Я на PlayStation очень эту миссию любил. О, зашибись. Однако и оригинально у них тут укрепление выглядит. Люблю эту игру за ее оригинальность. Миноискатель? Фу, да мне он не нужен. Тихо, спокойно, братюнь. Иди по краешку. Я же сказал, что мне не нужен миноискатель.
Братюнь сказал, братюнь сделал. А? Рикошет? Куда мои пули уходят? Пальмы. Наверное, это пальмы. Ладно, что-то мне дальше стрёмно идти. Итак, с вами был военный репортер Карлик в свитере. Я не прощаюсь. Мы еще вернемся с дальнейшим репортажем. Ну а пока что я тут тихо, спокойно полежу, посплю немножко. Здесь тепло, хорошо. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте пальцы вверх. Пока, братюни.